Кула-бургиана. Кула-бургиана, ребятки, вот такой вот у нас легендарный новый гибрид. Это гибрид довольно-таки необычный. Давайте, в принципе, сразу нажмем создать, чтобы мы видели, из кого он создается. Это какой-то там рабургериана, да, это птерозавр. Где ты там? Ну-ка, покажись. Вот. Это у нас, как ты там называешься? Арамбургериана. Да, кстати, сейчас не нужно их ловить, потому что мне их осталось мало. А сейчас идет, кстати, акция именно на них. Так что я буду ловить. И кулазух редкий. Вот такие вот существа, короче, там у нас участвуют. В принципе, можно и с их опробовать будет, и потом опробовать саму кулабургериану. Ну, что-то мне арамбургериана, а здесь кулабургиана. Кулабургиана, короче. Такое существо. Легендарный гибрид. Так, а ну, кыш, допустись. Ну, выглядит оно довольно странно. Не скажу, что страшно, странно. Во-первых, оно покрыто шерстью, походу. Ну, выглядит как будто бы шерсть. Нет, тут шерсть ни у кого ж не может быть. Ни у амфибии, ни у птерозавра. Шерсти нет. Так. Скорость 115, удар неплохой и жизни неплохо. В общем, неплохие показатели, но существо легендарное. Брони нет, крит 5%. Из него еще делается супер гибрид, точнее уникальный Джимини Титан. Так, давайте прочитаем. Среди дрессировщиков динозавров этот хищник гибрид птерозавра больше известен как небесный пес. Некоторые даже сравнивают его с летающим лисом. Есть такие летающие лисицы, в смысле, это, ну, летучие мыши такие. Ну, они не летучие мыши, это летающие лисицы. Ну, живут сейчас такие твари. Выглядит довольно симпатично. Так, из-за короткой морды без клюва он куда лучше нападает на жертв с земли, чем с воздуха. То есть, типа, он там шарится по кустам. Ну, такое, какое-то странное существо. Ну, да, морда у него как бы совсем не как у птерозавра. По ударам, что снятие положительных эффектов отлично, урон со щитом на два хода отлично, минус 50 к урону на два хода тоже хорошо, мгновенная непобедимость на один ход, и при замене урон соперника снижается на 90%. О, вот это прикольно. Так, ну что, редкие, да? Давайте попробуем сначала сходить. У меня, видите, уже еще два гибрида готовы. Так что скоро ждите на канале. Скоро будет. Так, ну, пойдем мы, наверное, сюда. Сейчас мы опробуем наших два существа. Сначала вот эти вот арамбургериану. Давайте сейчас мы затестим тут. Чтобы вы знали, что это такое. Так, они у меня 15 левела, да, по-моему, должны быть. Вот, арамбургериана. И редкий кулазух. Кулазух — это эпический кулазух. Вот редкий кулазух. Да, ну, давайте сразу поставим еще нашу 16 левела. 16. Так, где ты? Морда волосатая, выходи. Вот он, вот он. Вот он. Готово. Помчались. Вот сюда. Делаем вот так, вот так, вот так. И для подстраховки вот так. Ну, какая подстраховка, вы сами понимаете, она нам не понадобится. Мы должны справиться сейчас с арамбургерианом и кулазухом. Так, начинаем с кулазуха. Мод 2. Так, против нас ГЦГаптерикс. Так, что ты там будешь делать? Будет сейчас под... А, сейчас он будет меня замедлять. У меня иммунитет есть? Нет, иммунитета нет. Ну, тогда нужно... Вообще-то у меня опережающий удар тоже был. Ну, как... Ну, вот так. Опережай. Снижение урона без урона. Неприкольно. А он очистился и лупанул нас по полной программе. Ну да. Кто бы сомневался. Ну, давайте подменимся. Мы тоже так умеем.
Кря! Кря! Такие гиганты птерозавры в этой игре. Так, ну давай, поспи, поспи, конечно же. Закончить ход. Подменился на Гацигаптерикса. У того защита, щит. Так, ну я атакую. Мой ход. Давайте типа его замедлим или там. Потому что он сейчас нам сделает то же самое. Так, ну скорость он не забрал, это радует. Ну пофигу, короче. Давайте будем подменяться на кого-то. Но опять же, туда же. Я имею в виду, чтобы побыстрее закончить бой. И он сделал то же самое. Сейчас опять паралич нам давайте пройдет. На тебя опережающий. Ну, то, в смысле, он не опережающий, но он опять не сработал. Подождите, у меня был первый ход. У меня был первый ход. Я был быстрее Гацигаптерикса. Я делаю опережающий удар. Какого черта мой опережающий удар работает после того, как эта фигня работает? Это неправильно. Должно быть по-другому. Кто быстрее, у того как бы опережающий удар и должен работать первым, несмотря на подмену. Так, ну вот это чехарда, конечно, когда сражаются птерозавры, то это что-то с чем-то. Бой такой какой-то затянутый получается, эти постоянные подмены. Ну а сейчас опять же подменится, кто бы сомневался. Сколько кругов подмен у нас уже было, кто посчитал? Кря! Ну. Так, ну, добили, хоть одного добили. Он, по крайней мере, не подменится на Эдмонта с параличом. А, черт, у него дельта. У него дельта. Ладно, давайте решаем вопрос кардинально. А почему он сменился? Очень странно. Так. Наплевать нам на этот паралич, у нас иммунитет. Короче, пробиваем, ускоряем себя, будем быстрее раптора однозначно. 129. Это вообще было идеально. Ну давай раптора, сейчас мы его растерзаем. Дельта, какая у тебя скорость, дельта? 131, но мы быстрее. Ха-ха-ха. Не, короче, что-то плохая комбинация. Арамбургериана и Кулазух. Они хоть и были в два раза большим уровнем, но это, короче, это жесть. Так нельзя сражаться. О, неплохо. Так, и в качестве компенсации за такой длительный бой, нудный, давайте откроем еще эпический инкубатор. Так, о, насыпало трицератопсов, блин, иритаторов редких нет у меня. Где бы их наловить? Кстати, а их сегодня нету? Нет, одни птерозавры на этой неделе ловятся. Черт подери. Так, идем сюда. Давайте мы как-то вот это добро изменим. Кого бы нам взять? Там уровня 15 нам нужно кого-то взять. Или поменьше. Давайте Эйнича возьмем. Давайте вот тебя возьмем. Ну, в смысле, мы это для следующих боев нам понадобится. Так, птерозавров брать не хочу, у меня на них аллергия. Ну, кроме тех, что кровотечение, там могут давать гибриды там. Вот так вот как-то, давайте пока. Пусть будет такая братва у нас. Ой, надо зайти. То не прогружается карта. Так, с этим боем мы закончили. Видите, тут одни гацигаптерикс, их миллион. Они тоже, в принципе, мне нужны. Но их полно было и без акции. Так, ну и вот у нас сейчас 4 боя, ребятки, предстоит. Вот так будем ходить мы. Так, при подмене на 90% снижается урон противника. Правильно я понял?
Сейчас надо проверить. Какая у нас там обилка? Да. Как у... Давайте со спинича начнем. Он довольно быстрый. Спинораптор. И Стиги. Стиги тоже не медляк. Черт, он даже быстрее нас. Майозавр. Майозавр, кстати. Блин, сработал. У него неплохие удары. Сейчас двойной урон нам прилетает. Блин, и он нас... А сейчас подменится. Черт подери. Так. Давайте мы вот так. Подменяемся. Ого, ни черта себе, она здоровенная. У него голова как у апатозавра. Реально, это чего тут от кулазуха, я не знаю. Это как брахиозавр с крыльями. Летающая крепость, ё-моё. Как это, есть такая аниме, Макрос, Фортрес какой-то там. Ауч, блин, он реально может по целиком проглотить этого Дракорекса. Какой он крохотный. Ну, что-то он как-то слабо бьет. О, ну кританул, и то хорошо. Подожди, какая у тебя сила? У меня есть вообще возможность качнуть его еще на уровень повыше? Сейчас, ну, после этого боя надо зайти проверить. Так, раптор еще снизил нам урон. Это печально. О, ну клад, блин, ну, когда он летит, напоминает мне кого? Вот того вот, насекомого из Годзиллы. О, 859. Ну, вроде таки неплохой урон, да, но сквозь щит, конечно, вообще не пробивает. Выглядит забавно. Такая гигантская тварь. Сейчас надо посмотреть, хватает ли у меня клеток, чтобы прокачать. Там всего лишь соточка нужна. Да, должно хватить. Но 1600 мне мало. Это 8 попыток. Ну, должно получиться за 8. По 200 генов. Тут всего лишь там 2 раза по 20 должно выпасть. Вот, 40 выпал. Да, ну как бы так, да. Не впечатлило пока что эта тварь меня. Ну, качнем хотя бы еще на один уровень. Чтобы удар был помощнее. Блин, 15 косарей, ё-моё. Ну, вот так вот как-то. Надеюсь, повеселее станет. Так. Ну, вот так вот будем пока ходить. Но я сейчас буду уже побольше подменяться, чтобы не затягивать поединки. Давайте с Эйниазуха начнем. Крутой, короче. Эйниазух крутой. Вот на своем уровне в начале он вообще был имбически. Больно очень бьет. Так, а... Кстати, он, если не посмотрел, что у нас за башня. У нас башня какого-то сплошного паралича, как я понимаю. Так, но он не сработал. Так, это что? Первый ход очищения, регенерация. Не интересует. Мы его и так уничтожим. Блин, он щит поставил. Эйнич бьет больно. Ну, как бы на свой уровень. Он бьет больно. Он подмениться не может. Ха-ха-ха. А мы сейчас усиление. Так, минус один. Пара Зауралофт.
У них тоже есть побег, но мы не дадим этому случиться. Блин, паралич не сработал. Что ты будешь делать? А ну давайте так сделаем. Давно я не сражался и не с ухом. Но помню, вначале он мне очень нравился. Он был неплохой. Так. Не пробил. Блин, но кровотечение нас сейчас добьет точно. Офигеть! Мой удар даже не сработал. Это как? Не дали мне, в смысле, даже ударить. Давай, уничтожь его. Уничтожь этого гадкого мелкого. У него иммунитета нет. Хух, кританул. Молодчинка. Молодец, крысёныш мой. Ну, хотя крысёныш, но мне нравится. Волосатый спинозавр. Мы пошустрее. Да, умирай давай. Молодец. 700. Это не кисло, да, так кровотечение? Да я, по-моему, арм... Кулабургиану даже не взял. Ладно. Сейчас мы реабилитируемся. Так, Папандополос, лети дальше. Блин, опять не прочитал, что у нас там за башня, в чем ее фишка. Ну, подмена и параличи, как я вижу. Подмена, скорее всего. Существа с подменой. Давай, Спинч, выходи. Ну, конечно, сразу же меняется на Майозавра. Но эта подмена не очень, как бы, эффективна, если Майозавр медленнее. Если бы он был быстрее, это было бы круто. Паралич, и он бы тебя два раза мог бы походить сразу. А так, как бы, не очень круто. И подмены нет. Подмены нет. Опережающий двойной урон, это, конечно, крутой удар. Но последний. Кританул, молодец. Какой у него крут. 5%, но он кританул уже два раза. Молодчинка просто. Ладно, давайте сделаем вот такую фишку. Обновленный наш гибрид. Ну, короче, зауропод летающий. Хватит нас пинать. Блин, ну такой гигантский, как какой-то кайдзю летающий. Блин, надо было нейтрализацию использовать. А у него щит-то и закончился. Сейчас опять подменится на кого-то. Нет, сейчас мы щит с тебя снимем. Это же главная фишка, блин, этого динозавра. Почему-то я ее не пользовался. Да-да, нужно постоянно лупить. Лупить первым ударом. Ну, не в случае с раптором. Так, неплохо. Подменяться ему уже, надеюсь, не на кого. И добили. 902 урона. Это уже как-то повеселее. Выглядит довольно забавно. Так, ну и последний бой, ребятушки. Блин, опять я не прочитал. Ну вы-то можете прочитать на паузе? Я не могу прочитать, как эта башня называется. Short for you.
Эйнич, давай. Кстати, надо еще этого парнишку протестировать. Ну, на этот раз сработает паралич уже. В прошлый раз нас пронесло. Давай, сейчас. Блин. Ага, хоть, ну хоть подмена не сработает. И то радует, я его таки добью. Е-е-е, за один удар не ожидал такого поворота. Так, ну у нас пока усиление есть, можно еще лупануть разок. Так, мы шустрее. Блин, но удара нет мощного. Ну, теперь надо точно валить. О, ну давай на тебя, двойной урон. Добьешь? Добей вот этого гада. Давай, я в тебя верю. Да, пофигу нам на этот отложенный урон. Ах, ты не пробил, гаденыш ты. Не пробил. Так, делаем вот такую штуку. Кря! Ну, не дал нам, конечно, подмениться, но ладно. А он сам тоже не может подмениться. Зря использовал удар с параличом. Кря! А, я и забыл про это оглушение. Так, может хоть себя ускорим? Ну, где там следующая жертва наша? Пара за Урлов. Все, прощай, мой друг. Да, на слабых уровнях неплохо, да, так Дракоцератопс раздает. Конечно, против там 25-30 уровня существ он не котируется, а вот здесь вообще даже удары переживает. Неплохое существо. Так, ну вот еще разок на него полюбуемся сейчас. Давайте его подраконим. У него там типа зубы. Вот такое вот, в общем-то, ребятки, было существо. Так что у нас дальше будут еще гибриды, новые гибриды. Не так что подписывайтесь, ставим лайки. Вот у нас будет Гриполит, да, Гриполит уникальный. Еле насобирал на него пурузавров. Ордонатозавр, ордонтозавр. Вот такой вот гибрид какой-то, блин, спинозавра с непонятно с кем. Так, вот эту вот тварь, ну тут мне драка... А, вот насыпало немножко. Давайте нажмем кнопочку слияния. Ну это долго, вы понимаете. То есть по 2000 этих дракоцератопсов ловить... Это очень долго. А, Стигемолох, прошу прощения. Тоже его еле докачал. Здесь как бы мне не хватило пару баллов. Смотрите, чтобы создать скалозавра следующего уровня не хватило. Ну, Джемини Титан нужно качнуть вот этих вот ребят. Этого вы видели, Диплодока я, в принципе, могу качнуть. И вот этого парня. Ну, тут тоже нужно качать. Нашего вот этого гибридика нужно качать. Я его тоже понемножку качаю, он уже 17 левела. Так что все у нас будет. Подписываемся на канал и до скорых встреч.